Так, четвертый, по-моему, уже дубль. Максимальный высокий ISO 22.00 по Киеву в Харькове. 15 июня 2021 год. Пытаемся на Луне. За счет искусственного увеличения светочувствительности увидеть темную ее сторону. Ну а сейчас я даже вижу ее. Видна неосвещенная сторона Луны. И даже вижу какие-то абрисы кратеров. Ну, в общем, что хотел, получил. Не скажу, что я вижу кратер Платон там или что-то такое, но уменьшаю выдержку. Какие-то оттенки абриса. Не оттенки, очертания абриса. Все-таки видно. Шикарный месяц, в смысле, по форме. Мультяшный носик. Киношный мультяшный. Ладно, сейчас этот дубль завершаем, он экспериментальный, а дальше снимем еще один на пониженных настройках светочувствительности, разглядим кратеры получше. 15 июня 2021 год, Харьков, 22.02 по Киеву в Харькове. Да, натурально позволяет техника превращать ночь в день, а уже совершенно темно, и вот так нормально можно рассматривать окружающую обстановку.